Друзья, всем огромный привет. Ну а сегодня ролик посвящен таким вот дискам. Это старые отрезные диски и старые шлифовальные диски, лепестковые так называемые. Вам всем приятного просмотра, поехали! Многие работают с такими дисками. Когда работаешь по дереву, они вот так вот забиваются. То есть они все в смоле. И работать ими с деревом невозможно. По металлу, конечно, бывает такая ситуация, что они уже слезаются полностью практически. Но некоторые можно еще оживить. Начнем с этим диском, чтобы можно дальше было поработать с деревом. Берем газовую горелку. И щетку. И оставляем диск, чтобы остыл, чтобы у нас, потому что наждачка крепится здесь на клей, он при нагреве тоже может отойти. Пускай переостынет все, и будем дальше продолжать работать. И как видим, что у нас вся древесина выгорела, также обгорели край бумаги, который был уже обнажен. Диск полностью будет сейчас рабочим, можно будет им работать. Диск одеваю теперь на ушей. Перед диском также можно будет обрабатывать деревяшку. Зерно крупное, так что отлично, видите, как быстренько, прям 5 секунд. Также с легкостью, наверное, будет обрабатывать и металл. Как видим, диск хорошо справляет свои задачи и поработает еще свой срок. На камеру плохо видно, плохо передается, но зерно крупное, хорошо видно его. Все, очистился древесины. Следующий у нас вот такой вот диск будет, он уже зализанный, но это тоже можно легко исправить. Берем самый корявенький отрезной диск. Прям как который есть похуже. Ножницы по металлу. И нарезаем таких прям 3-4 треугольничка. Складываем их вместе. Одеваем диск на ушей. Диски я зажал в тисках. И теперь этот край будем вот так вот обрабатывать. Как видите, у нас получился ровненький круг, которым еще предстоит поработать. А если нам остановить попротив, вот такой вот диск, как видите, он уже прям совсем никудышный. Сейчас будем срезать при помощи ушей вот таким вот образом. То есть, смотрите, здесь вот, да, краешек, он уже прям обгорел. Такое. Зацепляем его и немножечко соседнего. Попробуем, в теории должно получиться. Поставил диск миллиметровочку. Теперь прорезанные части просто отрываю. Ну и как видим с вами результат, что новое зерно обновилось у нас. И можно обрабатывать дальше металл. Диск как был, практически так и остался. Времени занимает не так уж много. Так что берем и пользуемся. Берем на вооружение. Покажу на основе вот таких двух самых стертых. Понадобится шайба. Диаметр шайбы 24. Берем шайбу на диск вот так вот и обводим. Берем ножницы по металлу и начинаем резать. Нарежу вот такие вот треугольнички. А потом уже обрезаю. Очень хорошо режется. Да, немножко неровный, но это ничего страшного.
Теперь взял сверлышко двоечку и примерно буду по центру, ну, на глаз. Ну, желательно, чем ровнее, тем лучше. Но больше, наверное, проламываем, чем просверливаю. У меня нету никакого пробойничка. И также я сделал парочку разного размера, разного диаметра, побольше, поменьше. Как видите, поставил необработанный диск. Просто хочу попробовать, стоит ли его обрабатывать там на гриндере, обтачивать, либо он выровняется сам. Сейчас посмотрим, попробуем на куске металла. То есть, ну, как бы есть, да, неровность видно. Ну, в принципе, он поровнее уже сразу стал. Как видим, диск можно не обтащить по-хорошему, а можно просто его ровно поровнее отрезать, и он уже выравнивается, когда начинаешь резать металл. Ну и также отдел, вот, которые диски уже обточенные. Ну, и, в принципе, они также будут работать. Ну, а что тут говорить, все, конечно же, рабочее. И у нас получилось безотходное производство. По итогу сделал вот для себя таких вот отрезных дисков разной толщины и разного диаметра. То есть, ну, зачем покупать, когда можно и самому из остатков сделать. Да, все это продается, все можно купить, но сделать также можно и самому, и не нужно покупать. Так. Тема вот о таких старых зачистных дисках. Ну, они уже все, они уже гладкие, уже прям сточились. И уже не счищают, а просто полируют. Но я хочу показать вам две идеи по восстановлению этих дисков. Теперь каждую рисочку здесь вот прорезаем. Каждую. После того, как по кругу прорезали, берем пассатишки, там кусачки и отрываем. Да, мы по ходу просто увидим, что нам нужно будет дорезать. Проще вот в эту сторону и брать, тут же прорезать. И отрывать. Как видим, получилось вот так. Он, конечно, не заводской, не как завода, все ровненько-ровненько наклеено, но тем не менее уже зерно появилось крупное, хорошее, можно будет даже сейчас попробовать. Тот самый диск так и стоит, а то скажете монтаж. Так, ну в общем вот такая вот первая идея получилась рабочая. А сейчас покажу, как еще можно сделать из такого диска, сдать ему вторую жизнь. Но правда, я думаю, что не все диски к этому подойдут, потому что они все разные, да, вот видим, здесь абразив прям другой. Берем его, он тоже уже, видите, все, отшлифованный, уже блестит. Для этой задачи нам понадобится простой фен, будем им нагревать. Вот так вот получилось. Теперь надо убрать клей. Сейчас его можно, конечно, сточить. Я сейчас просто нагрею его немножко. И попробую сейчас просто ножичком срезать. Он отлично срезается. Сейчас попробуем, покажу, что можно теперь будет с ним делать. Установил уголок. Здесь, как видно, сварка была. Просто попробуем его шлифануть. Так, друзья, ну как видим, все хорошенько убирается, все шлифуется. С диском ничего не случилось. Как он был, так он и есть. Еще поработать им также будет можно. Ну, у нас с вами получилось две вот такие идеи, как можно оживить старый диск и что можно сделать еще с старым диском, сделать его абразивным. Я думаю, идея полезная, кому-то понравится, кому-то нет. Сколько людей, столько и мнений. Но кому понравилось, обязательно поставьте палец вверх.
Вам еще раз огромное спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Вам всем крепкого здоровья, самое главное здоровье, любви и всего-всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.